Встречаем его оппонента из синего угла, представитель города Минска, Иван Закарько. Thank you.
Красного ринга Владислав Смоловский, Могилевская область. Синего ринга Максим Байков, Гомельская область. Thank you.
Thank you.
и звание члена Республики Беларусь по боксу, одержал раздельное решение судей. Спортсмен из Сиёгла Максим Панков. Для награждения в виде скалу приглашается весовая категория 54 килограмма. Награждение проводит финалист Олимпийских игр, тренер национальной команды Республики Беларусь Магомед Давудович Алибгаджиев. В виде скалу приглашается спортсмен, занявший второе место, Иван Захаренко. Thank you.
Все готово к началу поединка. Аплодисменты, уважаемые зрители! Спортсмены готовы к началу поединка. Красного угла ринга Дмитрий Паньков, Гомельская область. Синего угла ринга Артур Тунеев, Могилевская область. Thank you.
исполнении 2000 года рождения, представляет команду Нью-Йоркской области Дональд Гугелев, является мастером спорта, боксом занимается 8 лет, является чемпионом Республики Беларусь, тренируется под руководством тренерского состава Батуха Котлярова. Смоловский Владислав и Максим.
награждения спортсмены Алиев Рамил, Воробьев Илья. Награждение за работу старший тренер нации команды Республики Беларусь Виталий Бондаренко. Илья Воробьев. За второе место награждается Владислав Смоловский. Thank you.
отдыхает Максим Голубов. 2002 года рождения, представляет команду Брестской области, город Брест, является кандидатом мастера спорта, финалист Кубка Республики до 2002 года, призер чемпионата Республики 2002 года, тренируется под руководством тренерского состава Постыка Вышинский. Давай!
решение судей. Встречаем спортсмена из Красного угла, представителя команды «Гомель»!